Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я пошел на вечернюю прогулку. После стольких дождей погодка меня очень радует. И вот, гуляя здесь вдоль набережной в Пинедо, это недалеко от Валенсии, я увидел, как отреставрировали ресторанчик один, и сейчас он выглядит очень аккуратненько. И я хочу вам сказать, что, вернее, я хочу вам порекомендовать новое место. Смотрите, как оригинально сделали, то есть ресторанчик, и вот тут такая терраса. Но террасу они сделали очень круто, то есть вы приходите, заказываете кофеек, какой-нибудь коктейль после пробежки, и все, пожалуйста, садитесь, пьете кофе и наслаждаетесь, и смотрите вот такую прелесть. А прелесть у нас — это, как всегда, море. Что может быть лучше моря? Только море. Ну все, спасибо за внимание, еще что-то увижу, вам обязательно покажу.